При обеспечении безопасности на водоемах необходимо следить за исправностью водного транспорта. С этой целью представители инспекции транспортного контроля Западно-Казахстанской области проводят акцию, в ходе которой проверяют состояние техники на пляжах. Подробности в следующем материале. С началом лета опасность возникновения несчастных случаев на воде возрастает в несколько раз. Обеспечить безопасность в первую очередь обязаны владельцы пляжей. Исправность водного транспорта проверяют представители инспекции транспортного контроля. По области состоит 412 единиц маломерных судов. Из них самоходных 353, несамоходные 59. Поставлено на учет 19 маломерных судов, снято с учета 15. При регистрации и выдаче дубликата судового билета не производились. За нарушение правил эксплуатации и неисправное состояние владельцам водного транспорта грозит штраф 20 МРП или 69 тысяч тенге. При нарушении правил использования жилетов и спасательных средств владельцы пляжных территорий обязаны заплатить штраф в размере 15 МРП. Поэтому обеспечение безопасности на воде в интересах самих предпринимателей. Мы стараемся катамараны брать такие, чтобы вот этих случаев не было. Хотя это не запрещено катамарану перевернуться, это как бы несчастный случай. Для этого мы одеваем спасательные жилеты. Техники безопасности у нас на первом месте. Тем временем, только за период прошлого года на территории области было выявлено 50 нарушений эксплуатации маломерных судов и обеспечения техники безопасности на воде. Но безопасность в первую очередь зависит от самих отдыхающих. В департаменте по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминает о соблюдении элементарных правил на водоемах. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК-42.